Всем привет! Хочу показать вам браслет, который я купил совсем недавно на мои часы по рекомендации сайта Watch.ru. Браслет я купил на сайте eBay. Доставка бесплатная. Сам браслет стоит $5.05. Высылается из Гонконга. Дошел он до меня очень быстро. Всего неделю он шел. 5 числа выслан. 13 он уже был тут. Вот. Я был, если честно, очень удивлен его качеством, потому что за $5 я не ждал такого высокого качества. Сразу бросаются в глаза литые звенья хорошего качества. Тут с каждой стороны можно по 4 звена убрать, то есть без проблем вообще. Укорачивается он, выглядит очень хорошо, качественно. Сам браслет матовый, звенья у него имеют посередине такую линию глянцевую, то есть в принципе этот браслет подойдет и под матовые корпуса, и под глянцевые тоже. Застежка у него такая хорошая, стабильная. Металл тут, в принципе, по качеству, по толщине его, не хуже, чем на часах Seiko, который стоит €280. То есть хороший металл. Защелкивается идеально, все работает. Вот. Ну, можно вот сравнить, допустим, с браслетом от Watch.ru, который я вам показывал в прошлом обзоре. Вот этот браслет. Тут разница как бы не очень большая по толщине браслета, но очень ощутимая в цене, потому что этот браслет стоит в 10 раз больше, чем вот этот. Если их вместе так, ну, сравнить, посмотреть, то разницы особой мы не увидим. Этот браслет за 5 евро или $5 не сильно отстает по качеству от этого браслета. То есть, если вы хотите не вылазить из штанов и купить себе нормальный браслет на часы, то вот это, по-моему, очень подходящий вариант. Сейчас снимем пленку эту, посмотрим получше. Застежка тут открывается вот легким нажатием сюда. Все. Вот, в принципе, все тут хорошо. Единственное, что мне не нравится, это штифты, которые крепит сам браслет. Застежка. Они немножко тонкие, поэтому такой вот люфт возникает. Но штифты я заменю, и все будет отлично. Тут все очень стабильно и хорошо. Я думаю, такой браслет не будет драть волосы. Вот посмотрим получше фактуру, структуру. Качество, в принципе, очень высокое. За такие деньги это, ну, просто лучший браслет, который я только видел. Вот. Так что, если хотите хороший браслет на часы, вот это неплохой вариант. Я считаю, достойный браслет. Быстрая доставка. Ну, если вам нужны другие цвета или другая ширина, на сайте есть черный цвет, есть с подзолоченными вот этими вот средними звеньями. Так что на любой вкус есть там дизайны. Ширина тоже 18, 20-22 мм. Вот такой вот браслет. Я вам сейчас покажу еще вот в сравнении с сейковским браслетом оригинальным. Если посмотрите вот на звенья, ну, сделано хорошо, конечно, но если бы не сказали, что это браслеты разные, разного производителя, то я, может быть, бы сказал, они из одного цеха, потому что тут тоже очень хорошие звенья, выглядит очень хорошо, открывается идеально, то есть все в порядке, хороший браслет. Вот сейчас могу прикинуть, как он станет на 710 корпус. Где-то так он будет выглядеть. Но этот браслет станет на 90 корпус. Я думаю, он там хорошо приживется. Я люблю браслеты. Я люблю, когда не дерут волосы и когда смотрится качественно. Я думаю, этот браслет смотрится очень хорошо. Вот такой обзор. Если вам нравится браслет, ссылка в описании есть. Заходим, покупаем. Одеваем на часы и носим. Пока.